Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, всадники Олуха. Ну что же, у нас сегодня 1 апреля, и мы забираем свою 3 миллиона древесины. Окей. Интересно, есть какие-нибудь новые ивенты в честь такого праздничка шутливого? Нету, ребята. Так, что у нас там? Все драконьи наездники получат потрясающие подарки через один день. Смотри-ка, там, кстати, хо-хоу, новый дракон у меня появится какой-то. Так, что он мне принес? Беззубик. Флаг. 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 И 28 рун. Слушай, ну спасибо, 3 флага, это, я считаю, шикарно, ребята. Так, водорез прокачался. Ветрокрыл тоже прокачался. Так, давай-ка мы заберем, наверное, с тобой руны. Так, ребята, до 20 числа у меня идет еще подписка драконьих наездников. А после 20 чисел все, ребята, я отказался от подписки. Потому что там уже будут драть по 700 рублей, а мне, как говорится, это нафиг не нужно. Я уж перебьюсь. Мы с тобой тем более, ну как сказать, есть, конечно, прибавка в ресурсах, да, я не спорю. Но прям вот такой офигенной выгоды, если честно, я не вижу. Прям вот, знаешь, чтобы по 700 рублей платить, нет. Да, мы с тобой получаем ранний доступ к этим, к событиям, все прочее, получаем много наград. Но 700 рублей за месяц, ребят, ну я считаю, что это дорого для игры. Так что я отказался. В общем, мы доигрываем с тобой время, и все, после этого вернемся в штатный режим. Так, что у нас тут? Давай, наверное, мы с тобой начнем с пака, как обычно. Сегодня, если нет у нас испытаний новых, мы пойдем с тобой тогда на арену. Естественно, вот эти вот 3 монетки мы с тобой получать не будем. Дополнительные. Плюс сундучки, которые мы с тобой периодически, да, на испытаниях получали. Второй именно дополнительный, тоже его не будет. Ну, как-то вот так вот. Ну что, глянем, наверное, еще на вот этот загадочный пак. Ну, получаем монеты Одина. И вот сам пак. Громыль, шепот смерти, водорез. И куча ресурсов. Окей. Так, зеленая смерть, что нам принесла? Тунца. Кстати, это хорошо, ребята, потому что теперь мне нужен этот тунец для того, чтобы открыть вот этого, ребята. Вечно крыло. А для того, чтобы нам его открыть, нам нужны вот эти колокольчики. Чтобы получить эти колокольчики, нам нужно с тобой заниматься обменом. И чтобы мне сделать первый обмен, мне надо будет, ребята, получить очень много тунца. Так, найти яйцо. Давай. Какое-то интересное рождественское, или как оно называется, не рождественское, а пасхальное яйцо здесь. Хотелось бы посмотреть, что там за дракончик у нас. Я надеюсь, мы успеем с тобой до отмены подписки, ребята, получить его. Так, ну что, Громгильда, лети, наверное, на индивидуальное приручение бесплатно. Так, Кривоклык, ты, наверное, полетишь. А, ты у нас вот что, все собрал. Что ты нам подкинешь? Дай пак. И нет. Какое-то, ребят, яйцо. Да это самое первое. Кто там у нас? Ну, видишь, кошмарный Пристеглов. Естественно, я его отпускаю. Он мне не нужен. Так, Кривоклык, ты не прохлаждайся. Кстати, очень классный сейчас был скин, да? На Кривоклыка. Так, пускай летит к Валке. И Сарделька у нас полетит куда? Куда Сарделька полетит у меня? В гнездо. Бесплатно. Так, теперь смотрим, сделались ли у меня постройки или еще до сих пор делаются. Так, камеру отдалим. О, еще 7 часов 25 минут, понятно. И здесь тогда получается столько же. Где оно там? Где-то второе здание должно быть. Не вижу пока. Так, здесь, значит, я хочу опять отправить Беззубика на поиски. На поиски этих флагов. Сколько там нам еще нужно? Блин, флагов еще дофига надо на самом деле. Пускай, наверное, ищет, да? Отправили его в путешествие. Полетел он, короче. Так, а что у нас тут? Все отучились, что ли? Да ладно, серьезно, что ли? Академия пустует. Кормим.
И отправляем его на обучение. Так, а нам какие уровни-то? Сколько нужно? А, 75-й. 9 драконов 75-го уровня. Ё-моё. Да, здесь придется, ребята, долго там. Иди, иди, тренируйся. Так, не хватает, да, рыба? Забираем рыбу. Так, тут у нас задание обмен. Блестящий янтарь. Еще поставили на обменчик. Так, древесинку здесь заберем, наверное, с тобой, да? Так, водорез. В плане, не понял. Чего водорез там? А, 71 уровень. Погоди, а нам нужен 75-й. Стоп. Погоди-ка, для того, чтобы улучшить, нам что нужно-то? Я не понял. Что за бред? Иди обучайся, древоруб. Так, костолом, ты, наверное, тоже пойдешь сейчас обучаться. Что-то я немножко не понял. Мне надо еще академию прокачивать на один уровень. Получается так? Вот это подстава, ребята. Так, дай сюда древесину. Идите, добывайте. Так, 7 часов 22 минуты. 56... Блин, подожди секунду. Нам не хватает древесины. Угу. Так, поставим. Вот сюда, да? Или куда я лучше поставить-то? Можно здесь, в принципе. 2 дня будет делаться все. Больше никаких. Нету никаких зданий, ребята. Трындец, ребята. Обновилась игра сегодня. Точнее, даже не то, что обновилась. Я ее заново переустановил, потому что я не мог зайти в свой аккаунт. У меня, ребята, игра вылетала. Пришлось переустанавливать. Так, и у нас тут с тобой редкий пак. Шепот смерти, шторморез, громобой, водорез, беззубик. Беззубика 1000 лет уже не получали с тобой. Так, ну, на арену мы с тобой обязательно вернемся, только чуть-чуть попозже. Давай доделаем тут все дела наши. Тусклый янтарь. То же самое. Так, здесь у нас 5 рун. И до сих пор почему-то цветочки Фреи. Вроде бы испытание-то это закончилось на Фреи. Или я не уверен. Подожди-ка, надо посмотреть. Почему-то я думал, что у меня там последний день оставался. Сейчас глянем. Так, Фреи, ну-ка. А, через 35 минут закончится, ребят. Ну все. Тут единственное, что я могу сделать, это обменять на янтарь, потому что в любом случае я уже ни на что не успею накопить. Значит, 35 минут. Потом, наверное, будет какое-то новое событие, скорее всего. Или же завтра будет событие. Не знаю, ребят. Будем смотреть. Так, ну что? Теперь можно, в принципе, со спокойной душой отправляться. На арену. Слушай, а когда у нас вот это все откроется? Ой-ой-ой, фиолетовая смерть, ничего себе. Круто смотрится. Когда у нас откроются новые территории? Что тут нужно? Викингов необходимо 2200. А чтобы закончить, сколько нужно здесь? Ого, 607 рун. Ничего себе. А вот тут, например, сколько? 108. Но здесь можно еще, ребята. Зачем я это сделал? Скажи, вот за... Ага, мы можем дальше прокачивать лохань и дровницу, оказывается. 58 лямов нужно. Ну-ка, подожди. Рыба и древесина. Так, подожди. Древесина. Давай ставить. Сколько там? 3 дня 11 часов. Офигею просто, ребята. Но это плюс 20-ка идет. То есть будет уже 80 миллионов рыбы и 80 миллионов древесины. Я офигею, ребят. Так, ну что? Чё ты сидишь? Иди давай работай. Сидит он там, прохлаждается мне. И ты, кстати, тоже иди. Спрятался он там. Все за работу.
Так, ладно, а мы с тобой идем на арену. Так, подожди-ка, почему это у нас там три дракона уже побеждено? Я не помню, когда это мы успели. Там три дракона из восьми. Я не помню этого. Так, ну что? Начинается, короче, веселуха. Блин, я его в любом случае не успею уничтожить. Давай тогда делать с тобой вот так вот. Будем бомбить вот этих вот драконов. Этот сейчас все равно пробафает, скорее всего. Ой-ой-ой. Так, что мы можем с тобой сделать? Сейчас будет баф, да? А, нет, бафа не будет. Ты заколебал, а? Так, раз, два. Потом только мы сможем их заморозить. Но мы уже не сможем, не успеем. Уничтожат ветрокрыло мне. Да. Вот так вот они сделали. Что они сейчас захотят сделать? Естественно, уничтожить мне кривоклык. Но мы с тобой сделаем немножко по-другому. Я буду, ребят, на опережение делать. Лишь бы не уничтожили мне. Так. Давай, уничтожай своего кореша, пожалуйста. Туда бомбанул. Слушай, мне кажется, мы потеряем сейчас. Давай вот так, наверное, сделаем. Бомбани своего кореша, нормуль. Так, теперь вешаем слепоту. И все. Фух, на микронах, ребята, выжили мы с вами. Но радоваться пока еще рано, на самом деле. Потому что энергия у нас с тобой будет идти очень-очень медленно. Кусаем. Ну все, хлопчик наш. Давайте его распишем по-быренькому. Прекрасно. То есть это получается 6 драконов, да? Победили мы. Надо еще двоих. Так, а какой пак? Обычный. Так, смотри, у нас тут с тобой 2 красных плюс зеленый. И уровни 15. Тут скала. Наверное, будем начинать именно с него, да? Со скалы. Понятно. Ну кого они еще могут атаковать? Естественно, моего ветрокрыла. Тем более они здесь вдвоем. Они усиленную атаку имеют против зеленых, ребят. Ну, видишь, что творит. И этот еще подхалим сейчас из... А, нет. Этот, ребят, не стал влезать в эти разборки. Так, сейчас будет что-то больное, да? Так, мы выжили пока еще. Ну, что? Ударяем, заморозку делаем. Не понял, погоди-ка. Мы не добьем, что ли? Нет, скала погиб. Поехали. Раз, два... Так, он сейчас проснется, да? Успеем мы его бомбануть, как думаешь? Бесполезняк какой-то, да? Как будто меня это спасет. Он сейчас все равно вжарит. Надо было, блин, ударять его и все. Ладно, друзья мои. Пока он там спит. Это терпимо. Разбега пока нету. Мы должны, знаешь, что с тобой сделать? В слепоту его вогнать. Вот так вот. Ну и, соответственно, разобрать уже. Сейчас будет психовать. Ну, естественно, естественно, друзья. Ну, чтобы костолом, да и не воспользовался разбегом, это мир перевернется. Все. Так, ну что, мы с тобой выполнили первую, так сказать, часть для того, чтобы получить пак вождя. Ну что ж, давай посмотрим, что там лежит. Шторморез, костолом. Так, громобой защитник. Экзотический дымодышащий. И кривоклык. Окей. Тогда давай еще разочек с тобой сыграем. Да, 8 драконов победить. Дают нам соляночку. Разносол. Так что поехали. 16 уровень, да, скала. Так, и злобный змеевик. Как всегда лезет. Не в свою очередь. Так. Скала костолом. Оу, тихо ты. Блин, он еще, ребята, и атаку себе усилил. Так, змеевик паршивец сейчас будет кого бомбить. Понял. Что делаем-то? Вот так, наверное, замораживаем. Пока под заморозкой мы должны будем успеть разобрать скалу. Найс. Так, теперь, наверное, змеевичка начнем мурыжить. Так, наверное, хильнемся тут.
Так, что он там сделает? Ну, он будет стрелять, наверное, в кривоклык. Так оно и есть. Так, мы его... Ать, я думаю, уничтожим. Костолом. Так, пока просто ударит. Почему зеленые ребята атакуют фиолетовые? Так у него усиленная атака идет по фиолетовым. Вот они что. Я думал, что они раньше зеленые с красными атакуют, ну, дерутся. Ничего подобного. Он именно фиолетовых атакует. Да, конечно, ага. Губешки закати обратно, пожалуйста, костоломчик. Такой фокус здесь не прокатит. Блин, какой он тугой, а? Именно на разбор, друзья мои. Нужно нам... Давай заморозим, фиг с ним. Как говорится, последний дракон, что нам на него? Любоваться, что ли? И добиваем. Все. Так, первый бой нормуль. Еще сколько нам нужно? Еще две битвы, да? По три дракона. Так, друзья мои, а здесь у нас проблема, знаешь, в чем заключается? Ты посмотри, какой уровень у нашего противника. 16-й на всех драконах. Это трындец. Они сейчас будут нас тут просто раскурочивать. Посмотри. И я им сколько наношу урона. Да. Раз, два. Потом ходит барсик. Не знаю, что мы тут вообще сделать сможем. Ну ты посмотри, что творят, а. Так, сейчас мы потеряем с тобой, скорее всего. Угу. Ну и что вот прикажешь делать мне? Сардельку, что ли, брать? Давай захомутаем сардельку. Так, сарделька, бомби своих. Спасибо. Так, ударим сюда. Он сейчас, наверное, будет бафаться. Скорее всего, мне кажется. Плевок свой сделал, а? Так, уничтожь его, пожалуйста. Ну все, ребята. Надеюсь, да. Слепота у нас выпала. И будем его потихоньку бомбить. У сардельки массовых атак нету. Будем этим самым моментом пользоваться. Так. У нас слепота готова. Вешаем. И дальше продолжаем его мурыжить. Ну, что ты там думаешь? Думает он еще. Так, кусаем, да? На ничью у него не получится выйти. Потому что я его успею забомбить. И добиваем. Все, друзья мои. Ну что, еще? Получается, нам нужно двух дракончиков победить. Так, опять, да? 25. Ниже 16 уровня нам уже драконов просто не дают. Мы просто недостойны, да? Мы достойны получать звездюлей от всех. От всех, кого ни попадя. Вот как вот я сейчас вот буду здесь, извини меня, их уничтожать. Раз, два. Они сейчас втроем сходят, прикинь. Причем этот, да, они сейчас будут свои суперудары здесь делать. Этот сейчас фаербол, наверное, свой выпустит, да? О, промахнулся, да надо же. Так, ладно, может быть все-таки нам нужно двоих, ребята, еще раз повторю. Подбить двоих драконов. И тогда мы получим с тобой пак вождя. Давай вот так, наверное, сделаем. Ой, зачем я его разбудил, друзья мои? Ну это все, это трындец, по ходу дела. Он же сейчас начнет, он же сейчас разбег сделает. Да, глупо было это с моей стороны. Бедный барсик. Так, хиляться. А зачем нам хиляться? Не надо. Барсику крышка, по ходу дела. Сейчас посмотрим. Ну да, этот его добьет. Он промахивается почему-то. Я не знаю, почему, ребят, промахивается. Но вот так. Мы, кстати, можем с тобой даже немножко по-другому здесь сыграть. А на этого вешаем слепоту. Все, так будет намного эффективнее. Ну что, ты фаербол свой будешь выпускать? Конечно, будет. Но поздно. Кусаем. Опять фаербол, да, наверное? Вот неугомонный. Теперь представь, если бы у меня
Не было бы слепоты, чтобы он бы тут вытворял, а? Поэтому Кривоклык — это как бы уже стала неотъемлемая часть нашей команды. Мы очень хорошо с ним в последнее время играем. Причем у него уровень подходящий, 14-й. То есть один из топовых драконов у нас. Ну что, остается забрать пак. Ну а вот и он. Чем порадует меня? Скоро Костолом, кстати, прапается на 14-й разряд. Шторморез еще далеко. Так, парящий прихвостень. Блин, может быть прокачать нам его, а? Оу, сарделька, ребят, еще буквально одну карточку, и он получит 11-й разряд. Парящий прихвостень меня что-то вот заинтересовал. Он 10-го ранга, ребята. Находится он у меня вот здесь стоит. А, у меня академка забита, все, я понял. Надо как-то заняться им. В принципе, дракон-то неплохой. И атака не кислая у него. Да. Все пока, да? Что могли, мы с тобой сделали. Так что можно будет спокойненько уже закругляться. Завтра получим уже с тобой подарки. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.